Всем привет! 28 мая 2021 год. Вот, приобрел вот такой вот стол. И по просьбе друзей, вот, Володя, привет тебе большой. Сделаю небольшой обзорчик такой. В общем, установил я его. Он идет в коробке. Покупал я его в коробке. И ножки отдельно вот эти. Ножки, кстати, выдвижные. Вот фиксируется здесь, можно установить по высоте, как надо. Есть такая корзина в нем для забруса. Вот такая планка, чтобы рамку упирать при обрезке. Корзина съемная. Вот. И внутри вот идет тоже под уклон такой, туда к крану идет уклон. Нержавейка блескивает, оно, наверное, ничего не будет видно. Ну, в общем, вот сюда к крану идет уклон. Кран идет алюминиевый через резиновую прокладку. Барашки. Вот это вот краешек крана магнитится. Язычка вот здесь нету на кране, чтоб мед не зализывало. Вот как у медогонки от компании Мелисса 93. Вот здесь вот язычок такой. А тут вот не магнитится. Вот я его только что проверил магнитиком. Нержавейка не магнитится. Стол это метровый. Полутораметровый не стал брать. Мне такого с головой хватит. Меда много я не качаю, потому как на мед не работаю. При установленной корзине сюда, наверное, еще раз, два, три, четыре, пять, ну, с десяток рамок точно станет. Место еще для пяти рамок здесь есть. Нержавейка тонкая, 0,5 миллиметра. К столу можно купить крышку еще отдельно. Ну, если надо, да, заказать крышку. И вот сюда идет на низ полностью по всей площади дна. Тоже такая неглубокая корзина. Вот. Ну, я пока не стал брать. Попробую так, если все будет удобно, то зачем она надо. Ну, крышку, наверное, конечно, нужно, чтобы накрывать это все дело.